Всем привет! Меня зовут Рузиль. Меня зовут Лёва. И мы актеры сериала «Слово пацана». Кровь на асфальте. Мы хотим представить вам наших друзей. Это Ренат. Это Ильхам. Это Алмаз. И Гульшат. Гульшат немножко стесняется, поэтому она будет приходить и выходить. Разъезд! Чушпаны! Чушпан — это... Тот, кто не в группировке, тот, кто не в банде. Кинопленка, чушпаны! Мы дворяне, мы аристократы, у нас своя группировка, мы как бы выше всех остальных. А есть чушпаны, которые не в группировках. Вот он не в нашей группировке. Кукусик. Гульшат чушпан. Иди к нам. Давай к нам. Гульшат, иди к нам. Все, она больше не чушпан. А че в нашу контору пришел? Да надоел быть чушпаном. Хочу с пацанами. Можно к вам группу? Какую нахрен группу? Ну, пришиться. Пришиться — это значит вступить в банду. Чего, пришился, что ли? Группировщиком. А чё ты ржёшь? Да, мой маленький проказник. Да, маленькая радость. Да, маленькое сокровище. Сбор — это место, где молодые ребята собираются и обсуждают бытовые проблемы. Да сборы сюда чужим нельзя. Ну, зихер — это, если серьезно, то это проступок. Зихеры за ним есть? Что еще можешь сказать про человека? В группировке как называемся? Липскорлупа, липзвездюки. Ну, щенята, щенки, вот они, пожалуйста. Вот эти маленькие, еще не, как сказать, не заматеревшие детеныши. Ну, мелочь, мелкие. Общак, дорогие друзья, это... Казна. Да. Общий банк. На общак готов скидываться? Готов. Это другая эпоха. Сейчас другие слова в моде, такие как... Рофл. Хайп. Вайп. Буллинг. Ну, это к трудным подросткам. Это уже другой сериал. Это они ответят, да. Смотрите сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте. Новинк». Вместе с Гульшат, Ильхамом, Алмазом и Ренатом.